лучше и лучше, лучше и лучше. Мотает, 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 мотает. Пью-пью-пью, там пусть будет щука, пью-пью-пью. Анютка вытащила свою заветную. Я с неё бронею, я просто офигевшая. Мороз трещит. Прожив 2 дня дома, мы поняли, что нам не сидится. Собрав пожитки снегоход, побачит, посидеть, насладиться свежим воздухом. Привез Анютку на рыбалку. 80 километров в час, 40 километров, и вот что я привез, сосульку какую. Утренний восход солнца. Вот такое вот у нас солнышко сходит на горизонте. Красота. И вся эта солнечная красота наполняется вот таким солнышком. Привет! Рыбачкой, Анушкой. Ну и, конечно, нас дополняется утренний рассвет. Раз флажок и 2 флажок. Еще там где-то? Третий вон еще. Еще один? Так это только что? Да, причем. Подтекай! Подтекай! Да подтекай, твою мать, нехай! Нельзя, еще нельзя. Подтекай. Вот сейчас будет нельзя без толку. Ты дерни, да цмыкни. Крюк быстрей. Что там, совсем? Хватай ее, хватай. А, красавица. Молодец. Yes. Вот это да. Трешечка. Заглотила хорошо. Она ж давно сидела. Да? Ага. Тебя ждала. Утро добренькое, веселенькое. Всем привет. Мы такие проснулись. И, короче, пришли, приехали после ночи. И вот у нас один флажок. Давайте посмотрим, как тут не клюет. Давайте посмотрим. Как тут не клюет. Ух ты, как замерзла. Замерзла? Тут кто-то есть? Тук-тук-тук. А, ну так, не сильно, да, промерзла? Да. То есть любая щука бы сдернула. О, слушай, кто-то есть. Подтяни. Зацеп есть. Серьезно? За ту трубу, которая? Не знаю, зацеп. 2 руками. Не, серьезно, зацеп, палка. Палка. Лоскаря взяла. Ну и такое не исключено. Палка идет. А, нет, не палка. Крючок. Крючок, так. Сейчас, как тут? Это налим, мне кажется, слушай. Это, мне кажется, налим, ребятки. Это налим. Стоп, стоп, стоп. Тихо. Смотри, лесочка тонкая. Смотрите, какая она огромная. Ух ты. Тихо. Держи ее. Если что, стравливай. Крючок возьми сразу под здень. Ну, что ты тут сразу? Спускайся, что? Возьми крючок. Твою же мать, нехай! Подводи крючок. Подводи вон он. Пасть. Взял? Вот это! Вот это! Вот это щучка! Yes! Вот это крокодилица! Покажи, Анечка! Покажи! Вот это да! Переверни ее нормально! Вау! Вот это есть! Я снила ее вообще! Есть! Привет! Если б не я, ты б не вытащила ее! Смотри, она улыбается и говорит, типа, ну, я сдалась вам, сдалась! Класс! Котлета, привет! Что-то я не вижу, радостно на настроение. Я просто офигевшая. Офигевшая от тутошнего утра. Ну давай, офигей, теперь здесь. Оп-пам-пам. Пум-пум-пум. Уже думаешь, даже не знаешь, как потанцевать перед лункой. Мотает, мотает, что мотает. Вообще леска прям сквозь пальцы прорывается. Размотала.
во всю десятку. Опа! Точно, десяточка. А что, барракуда? Пью, 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 там пусть будет щука. Пью, пью, пью. Все, хорошо, почек. Так, Саша, желтая леска. Самая ногти, крутая. Ногти фиолетовые. Фиолетовые сегодня. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, она ушла. В смысле? Вот она ушла. Пык-пык и ушла. А что ты так пила? Пока. Как говорится, Анечка не успела поставить один живец. Сейчас у нее щучку вытащила. Сейчас бежит к другому. Красоточка. Да, вижу. 6 килограмм. 6 килограмм, точно. Бежи, следующий флажок. Давай, давай, бежи, бежи. Да вот. Я только снежек завел, она сразу же. О, есть. Есть, тянет. О, молодец. Да ты, смотрю, сегодня вообще мастер-класс открываешь по щучке. Отлично. Смотри, сейчас уплывет по наледи. По наледи уплывет. Ох, тут мы накатали по наледи. Живца несу. Десятка. Десяточка. Может, восьмерочка. Отлично. Бежит. Во вкус вошел. Самое главное в рыбалке — это подкрасться. Тихонечко подкрасться. Шапку снять. Поприветствовать, руки потереть. Так. Я тебе живца. Хорошая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это. Еще одна. Двушечка. Котлета. Наконец-таки здесь. Ага. Чума, щуки, эпизоводья. Вот она. Больная. Ага. О, да, больная. Эпизоводья. Вот так что. И смотри, чуть-чуть. Опа. Вот так. Профессионализм. Вообще. Чуть слабины. Да. И все тебе. Класс. Утро все лучше и лучше, лучше и лучше. Рыбалка. С такими крокодилами рыбалка все лучше и лучше, лучше и лучше. Ну, батя, у тебя золотые руки, ты в курсе? Я бы точно упустила. А я не давал ей даже ни секунды покоя. Так, ты хоть в кадр посмотри, что ты, блин, озираешься на поле, блин, деловой. Ни секунды расслабухи я не давал. То есть, видела, я тянул, 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 вытянул ее. Блин, красава. Столько вообще. Красава. Не передать словами. Аж зашкалит, сердце бьется, из пяток вырывается. Ух. Всем вам такого желаю. Когда-нибудь испытать адреналинчика. Так. Че, домотала? Да, встала, встала она. Сейчас мы ее попробуем. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Нихера себе себе. Крюч, крюч, крючок. Психуй. Крюч, давай. Вот это, блядь, мастерюга. Вот это да. Только одну снял. Еще. Так, шапку снять. Специальный ритуал. Есть, 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 есть. Отлично. Она у тебя... Карасик, да? Карасик. Карася выплюнула. Карасика выплюнула. Ты тоже своего его взяла. Опа. Ага, чик. Конечно, скажи. Классно. Ты монстр. Блин, адреналин зашкаливает. Там флажок, там флажок, там флажок. Давай, карасика. Бежим на щучий обед. Сейчас будем смотреть, как щука сегодня будет обедать. Интересно, интересно. Будет мотать, нет? Ёшкин, давай, давай. Вот это да.
держи ее. Вот это обед. Вот это обед. Котлета. Танцулечки. Шикарно. Просто. Смотрите, какая. Обалдеть. Такая пасть. Ух ты, классно. Блин. Вот это адреналинчик. Адреналин. Вечер и вообще родные близкие, мы вернулись. Это если я раньше думала, у меня давление 200/30, я была вообще в таких переделках. У нас, ребята, зашибись. Зашибись, да. И у нас все зашибись. Короче, знаете, мы тут через окна такие шли. Мы проваливались вообще, мы просто реально по воде плыли. За нами льдины были. В общем, мы выбрались. Вообще, я просто не знаю, чудом, просто реально чудом. Рыбалка закончилась, да. И мы счастливые грузимся и едем домой. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас и хотя бы пальчики. Да, до новой рыбалки.